В школе номер один поселка Шортанде открылся класс для интеллектуальных игр. Ученики со всего района смогут посещать данный кабинет для игры в образовательные и настольные игры. Работы проводились совместно с акиматом района в рамках республиканского проекта «Интеллектуальный класс-конструктор». Школьники и взрослые смогут играть и обучаться игре в шахматы, шашки и тогоз-кумалак. На открытии присутствовал один из инициаторов данного проекта, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, уроженец Шортандинского района Сергей Цирульников. По словам атлета, для него большая честь открыть подобный кабинет на своей малой родине. На самом деле очень большой вклад для нашего района, потому что сам президент отмечает о важности именно шахмат, настольных игр. И немаловажный вопрос – это инклюзивные зоны. Класс-конструктор, который мы сегодня открываем, подразумевает не только развитие настольных игр, но и также внимание к инклюзивному спорту. Отдельную благодарность хочу выразить акиму, конечно же, Рахмет вам большой за содействие, за помощь. К слову, этот класс стал вторым по области в рамках республиканского проекта. Его главной особенностью является развитие настольных интеллектуальных игр среди сельского населения, обеспечение досуга детям и взрослым, а также социализация людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта «Интеллектуальный класс-конструктор» Сергей Цирульников планирует открыть подобные кабинеты во всех регионах Казахстана. Василий Павлиди, Кокшиакпарат.